Партнер рубрики – профессиональное училище номер 60 села Михайловки. Приходите, мы научим вас тому, что умеем сами. Здравствуйте! Сегодня мы говорим о популярных немецких именах. В колясках и на детских площадках Германии чаще всего можно встретить маленьких Софи, Мари, а также Максимилианов, Александров и Паулей. Эти имена лидируют в рейтинге популярности у немецких родителей. В первую десятку имен девочек также входят Мия, София, Эмма, Анна, Ханна, Йоханна и Леони. В списке топ-десятки для мальчиков числятся Леон, Бен, Лукас, Лука, Луис, Элиас и Йонас. Имя вырастает из истины, но не может ее подменить, считает Илья Шевелев. Удачи вам в делах, будьте грамотны. Партнер рубрики – профессиональное училище номер 60 села Михайловки. Приходите, мы научим вас тому, что умеем сами.